Приветствую вас, друзья! Вот как сделать себе хорошую, сильную защиту от врагов? И чтобы она не только защищала, но и заворачивала вот эти все негативные посылы на вас направленные, усиливала бы их и отправляла бы обратно врагам. Вот как такое сделать? Я сейчас расскажу о простом, доступном способе. Вот потому что не всегда бывает целесообразно тратить свои силы, свое время на борьбу с врагами. Бывает достаточно просто установить хорошую защиту, и вопрос будет решен. Итак, что для этого нужно? Вот в данном способе мы будем использовать силу стихии вода. Это та сила, которая всех нас объединяет. Очень мощная стихия. Итак, вот как только прочувствовали, что к вам пытаются что-то прилепить, какой-то негатив, или уже прилепили, может быть, после общения с каким-то человеком, или после каких-то, скажем, дел с ним, после мысли о нем, вот почувствовали этот негатив, сделайте так. Вот находитесь ли вы на работе или дома, наберите стакан или кружку крутого кипятка. И нужно выйти вот с этой кружкой, с этой водой на улицу. А на улице на эту воду произнесите такие слова, такой заговор. От кого пришло, тому кипятком и вернулось истинно. И вылейте кипяток на землю. И вот такой метод, он снимет с вас вот этот прилепленный негатив. Укрепит вашу защиту. А ваши враги от этого, вот те, кто это послал, они будут шарахаться, как ошпаренные крысы. То есть, их реально вот это обожжет. То есть, возвратившийся обратно негатив. Вот такой простой, надежный и доступный метод. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что вы все со мной. И всех вам благ.